Послание к римлянам, 10 глава, 2-4 стих. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Мысленно вообразим, что мы находимся среди тех, кто получил это послание. И далее, на кого здесь ссылаться буду еще, точно так же мысленно перенесемся из одного города в другой и посмотрим, какая была духовная обстановка в то время в тех общинах, которые были образованы почти все благодаря проповеди апостола Павла. И отсюда сделаем вывод, похожи мы или нет. Сравним, как это было в России. Все-таки тысячи лет, это уже старушка. Церковь это не новая в России. Было ли так? И можем ли мы в конце сказать аминь? Потому что все, что написано, Павел говорит, это написано для нас, достигших последних времен. И причина одна, чтобы мы не были похотливы на злое. Задача всех посланий Павла заключалась в знакомстве со Христом. И если после этого послания умерли, значит, Россия не знала Христа, Русская Православная Церковь Христа не знала. Ну, хоть что-то-то говорили. Вот это что-то мы рассмотрим. А вот это что-то, если не сходится с Писанием, анафема ему. А анафема – это отвержение от Господа. И тогда окажется, что не святая Русь, а анафематствованная Русь. Вот какой вывод мы можем сделать, слушая внимательно Павла. Он сам говорит, я учился много Гамалиила. Это не христианин был, но многому научил. У Златоуста был учитель Ливаний, греческий философ. И он о нем очень лестно отзывается. Василий Великий свою ученость, грамотность, он получил у ног языческого философа. Точно так же. А потом они все то, доброе сокровище, вынесли на пользу людям и преобразили в христианское. Павел говорит, свидетельствуя об евреях, что они имеют ревность по Боге. Мы скажем, они имеют сегодня ревность, как обобрать народ. Как выкачать все соки из народа, как все перегнать в Израиль. Но тогда, Павел говорит, они ревновали по Боге. Я таких евреев не знаю сейчас. У них будто бы сегодня другой задачи нету, и они, в общем-то, и согласны с этим, чтобы воцарить Мешиаха, это Мессию. Христос пришел, это не действительно, а вот который придет. А для этого нужны средства. А средства где взять? А вот с нас таких налоги, законы составлять, чтобы земли приватизировать, последние отдавать. В пух и прах все разоряется. Это все благодаря их законодательным собраниям. Но тогда, Павел говорит, они имели ревность, как угодить Богу. Но они не знали как. А они пошли монашеским путем. Не буду есть, не буду пить, один финик, один корешок на неделю. И Бог это увидит, и Богу это будет приятно. Собственная праведность. Все житие основано на собственной праведности. Кто дольше постится, кто меньше спит, кто глубже от народа спрятался в пустыню, кто меньше пьет, кто выше столб построил. То есть все житие построено на этом. Павел все это осуждает. Все это иудейская попытка собственную праведность поставить. А чтобы это праведность видели святые, это однозначно. Ты любую книгу жития открой, они прямо указывают, что тогда святость чудотворения достигалась через пост и молитву. Какой бы он ни был грешник, но начиная поститься долго, себя мучило, наконец у нее открывался талант чудотворения. В втором послании к Коринфянам 4.4 апостол Павел говорит, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Свет благовествования не воссиял, потому что сатана ослепил, а в России благовествования это не было. А если было, назовите кого? Ну не Серафим же, не Иоанн Кронштадтский. Он в храме был. Благовествование – это значит евангелизация. Вот поезжай рядом в соседний поселок, в один, в другой, в третий, на предприятиях, как первые христиане.
Они достигли концов Вселенной. До Испании Павел дошел и до Великобритании. Как Андрей воздвиг крест, предание говорит, на Киевских горах. Учитывая, что транспорт был тогда только с роя и двое, или на осле, на коне. А какие у них там кони? Как правило, шли пешком. А у нас, как проповедь начинаешь говорить, упали сразу. Ноги подсек сатана. Почему? А потому что ноги не благовестников. Как прекрасны ноги, благовествующие в мир, благовествующие в благое. А ты бы себе сказал, как только проповедь будет, я уж обязательно буду стоять. Хотя мысленно присоединюсь к проповеднику. Хотя бы мысленно я пойду с ним по Коринфской церкви. А ведь нет этого. Я даже говорю, ничего не изменится. Под разными причинами, вон одна нога сломана, у третьего шишка наросла. Да ты только поэтому и должен сказать, Господи, во время проповеди я никогда не сяду. Почему? Я хочу быть благовестниками. Ты хочешь иметь ноги хорошие? Слушай Писание, как говорит. Как прекрасные ноги благовествующих мир. Что значит прекрасно? Они здоровые, сильные, не болеют, вены не надуваются. Все как надо, как прекрасно. Умоляю, прошу, Павел говорит. Чтобы иное не говорили, а только то, что он говорит. Деяние 21.20. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Что они ревнители закона Моисеева? Это так, но они уверовали во Христа. Уверовали, и закон этот постарались наложить на язычников, но тут Павел противостал им. Если бы не Павел, по всей вероятности, нас бы сегодня еще обрезывали. Петр был с этим согласен. Мы бы сегодня все еще разбирали искра, тщательную конину можно нельзя. Павел все это отрезал. Конец закона Христос. Праведности всякого верующего в Него. Колоссянам. Вот мы в город Колоссы пришли. 4.13. Свидетельствуя о нем. Что он об их вопросе, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Биография его очень скудна, о нем мало известно. Первый век все-таки. Но Павел говорит, что у него ревность была в заботе. Какая забота была? Как правило, то, что у послания Павла переписать, доставить в то место. Несколько посланий Павла пропали. Послание к Лаодикийцам упоминается, а его нигде нету. Третье послание к Коринфянам тоже потерялось. Не уберегли или изъяли враги, сожгли. Не успели растиражировать, отксерокопировать. Как хорошо сегодня в типографии есть, так легко можно распространять. И им опять говорит о ревности. Галатам 1.14. И преуспевал в иудействе более многих сверников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Значит, речь идет о ревности иудейской. Мы должны иметь ревность. Ты говоришь, сегодня ревность только одна. Жена видит, что муж изменяет, она ревнует. Или муж и жене. Больше ничего нет. Ревновать надо о Господе. Господь ревнует, когда мы изменяем, не ходим. И мы должны ревновать. Я иду в храм, а кто-то более внимательный будет. Он мое место расхитит. Что-то ты делаешь, не первое место. А если билет только один на первое место, а я на корабль не зайду, пропал. Поревнуйте об этом. Многие бегут на ристалище, а один получает награду. Результат, вывод. Бегите, чтобы получить. Ну, видели хоть раз, как бегут на стадионе. Бывает так, что последний метр бежит уже мертвец. С такой скоростью. Сердце не выдерживаешь. Галатам 4.18. Хорошо ревновать о добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Вот мы находимся здесь, а завтра мы в другом месте будем. Где бы ты ни был, ревнуй. Не так, что поехал в город, поезд бросил, расстегнулся, до самого купа все расстегнуто. Совершенно расхристанный вид. Я вижу, как некоторые мимикрией занимаются. Не делайте так. Ревнуйте о добром постоянно. Куда бы ты ни поехал, свидетельствую вам. Ваш вид христианский позволит вам начать благовествовать о Христе. Наши сестры вот одетые так. Стоят на остановке, к ним кто-то подойдет и спросит. Приехали не где-то, а из библейского общества, председатель. У него народ со всего мира приезжает. Со всемирное библейское общество. Один раз к нам заехали. Он зашел и говорит, а какие у вас красивые сестры ваши. Чем же они красивые? Одеянием.
Ну и умиротворенностью лица, когда ни от кого не злишься. Ничто так не искажает лицо человека, не портит, как злоба внутри его. Ты всегда будь благодушен, даже ударили, и тогда благословляй. На благословляющих исходит особая красота от Бога, он уподобляется Христу. Иоанн 16:2. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Они ревнители. Если он ревнует, даже будет убивать. Надежда есть, что такие люди могут когда-то познать Бога. А когда безучастны, ему все равно, убивают, не убивают, никакой надежды нет. Поэтому старайтесь в детях воздвигнуть ревность. Ревность о молитве. Он пошел, что переживал, я пошел, не благословился у родителей. Пошел, не положил три поклона. Я вам говорю, у меня дети в лагере. Я другой раз поведу куда-то, а три поклона забыли положить. А всего-то ничего, тут один месяц где-то. Три поклона положили, все пошли. Это легко прививается, ребенок. Они дети сегодня уже начинают просить. Сами подходят и говорят, у мамы там что-то глаз болит. Помолитесь за нее. Вчера стоим все вместе молимся. Он уже понимает, что молитва решает все. Пожелания наши, припарки могут ничего не дать. А священная вода у нас есть, священное масло. Мы помолились, благословились у Бога, если Богу угодно. А если не угодно, никакие врачи не помогут. Бывает, от одной занозы человек умирает, от одного чередя. Филиппийцам 1:9. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Это ревность такая. Я об этом тоже молюсь, чтобы вы ревновали о Божьем деле. Все, что не по Богу, что было исторгнуто из семьи. Пасете ли, как для Господа делаете? Самое маленькое дело тебя заставили делать. Я делаю это для Господа. В огороде ли ты, со скотиной ли? Выходи и говори, Господи, я хочу это сделать как для Тебя. Он тогда будет высшим качеством. Это будет все благословенно. И детей к этому приучите. Нигде не лукавит. Ты делаешь для Господа. И написано, все, что не делаете, делайте как для Господа. Филиппийцам 3:6. По ревности я гонитель церкви Божией, а по правде закона непорочны. То есть закон был не своевременный, и по закону я все делал как положено. И оказалось, что враг. Вот сегодня так, с тем молиться нельзя, здесь нельзя. Ну, по правде законной, по своей правде, по баптистской, старообрядческой, католической, он непорочен по закону, а по правде Христовой гонитель церкви Божией. Церковь Божия там, где Дух Святой. Иногда вот разные стоят в синагоге и спрашивают, а где можно молиться? Молиться-то везде можно. Но где Церковь Божия? Церковь Божия там, где Христос. Где Христа нет, там не церковь. Христос там, где Дух Святой. Дух Святой там, где сеется семя. Не написано, черенками распространяется семя. Семя – это слово, которое разбрасывается. Если нет проповеди, нет Слова Божия, это все под сомнением идет. Что от родителей научились ходить, одеваться красиво, это еще не церковь. Церковь начинается с Христа. Даже все снимут, как агнию. Решили представить голой. Представь, девица 12 лет, стыдно же все-таки. Она говорит, да я не стыжусь, я еще более заблистаю красотою. И Бог дал ей волосы, мгновенно волосы выросли до земли. И таким покровом, что все ее покрыли. Притом не однажды это было. Бог силен дать свою святость, чистоту. Притча 19:2. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. То есть и в ревности нужно показывать рассудительность. Писание так говорит, чтобы не оступиться ногами. Только услышал, схватил, а совсем не то. Рассуди. Без совета дело разрушится. Вот как Писание говорит. Имей добрых друзей. А какие они добрые? Не в богатстве речь, а знание Слова Божия. У тебя вопрос есть, кому-то пришел, давай помолимся. Не решайте никакого дела без молитвы. В ревности ночь превратите в день. Это молитва превращает, не лампочкой. Римлянам 9:31. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Наша праведность от Христа. Нам могут указывать на наши недостатки, а мы в ответ скажем, меня Христос избавил от всего этого. Он умер за меня, Он очистил. И ту святость, которую Он дает, ее никто не видит, это как Христос знает. И ты.
2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Вот эта ревность Божия соделала нас такими праведными. Ни одного дня, ни одного доброго дела не сделал уже праведным во Христе. Нас ведь легко очень уловить. Да какой ты святой? Да ты вот там на работе что-то... Соглашайтесь со всем? Да так, скажи, вы еще всего не знаете. Наша праведность, она от Христа. Он свою одежду отдал нам. Он свою святость дарует нам. Как будто бы мы с самого рождения родились во Христе, ни одного греха не делали. Почему человек после крещения, после причастия выходит чист и свят? Даниила 9:6-9. Причины надо искать. Почему Россия потерпела такую катастрофу? Почему священство было уничтожено, казачество, купечество, офицерство, все вырезалось слоями? Ищут причину. Повторяю, я ни разу не нашел ответа. Ни у кого. Ни у Иоанна Шанхайского, ни у Серафима Роуза, ни у исследователей. А причина есть. Потому что мы не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. Вот какие были пророки в Израиле. В России не было таких. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Как день сей, у каждого иудея, у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их. С каким они отступили от тебя, Господи? У нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили перед тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него. Но не обязательно всех толкать в печь, чтобы до этого дойти. Да и огненные испытания, какие претерпели белые, которые оказались за рубежом, бежали, это огненная печь. Это нам кажется, они избежали страданий. Многие погибли в первые же годы, их нигде не принимали. Некоторые остались без средств существования, тоска по родине, изгнание, потеря всего, что у них было. Некоторые овдовели сразу, без детей оказались за границей. А вот эти отроки в печали начали исследовать. И нашли, что мы не слушали Слова Твоего. То есть Библию не держали за основу. И за это постигла нас огненная печь ГУЛАГа. Репрессии. 37-й год. Раскулачивание. За то, что не слушали Слово Божие. Не было у нас исследований. Не было Сидраха, Месаха и Абеднаго. Галатам 5:4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Все, которые держатся, что только так молиться, двумя или тремя, или что-то, это все подзаконное. Да, мы крестимся, но в этом нет спасения. В данном случае любой сектант правее нас. Он прямо говорит, а нигде про это не написано, ну и правда не написано. Ты только не воюй против этого. Ведь у нас о том, что не написано в Писании, это сплошь и рядом. Начиная со входа в храм. Даже начиная с креста на куполе, с икон. Ничего этого не написано. У нас принято, мы приняли. А самое главное, это упустили за этим. Самое главное, Слово Божие. Зайдите в любой храм сегодня, вы не найдете ни одной буквы из Священного Писания. А если напишут, то такими заковыристыми буквами, что я не могу прочитать. Зная Писание, я не могу понять, что там нарисовано. Зашел в Новосибирск, вижу икона. Я говорю, это что? Да это Лазарь воскресен. Лазарь выходит, руки раскинул, его встречает. Да написано, перепеленутый по рукам и ногам. Христос сказал, развяжите. Но он руки для объятия раскрыл и смеется. Лицо завязано, платок снимите. Ничего не считали, не верят. Христос с самарянкой сидит. Сидит у него как колодец, и сбоку краник и вода течет. Она говорит, глубокий колодец. Да нас любой сектант засмеет. Это значит, Слово Божие никому не известно. И настоятель видел, что рисует, и он уходит, не знал. Все священники видели, рисует краник, да краник-то современный еще. Даже придумать еще умнее не могли. Только компьютер рядом не нарисовали еще. Исайя 51:6. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. А правда Христова в том, что с неба сошел Сын Божий. Что Христос умер за нас. Что Он пролил свою кровь.
Исайя 56:1. Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Это надо поревновать, посмотреть на небо, посмотреть на землю. Ведь некогда и глаза поднять. Можно в конце концов в работе превратиться, как в басне свинья под дубом. Рыть то, что служит ко спасению. Исайя 57:12. Я покажу правду твои, дела твои, и они будут не в пользу тебе. Это нам Господь говорит. Так мы должны сами себе это вынести. Дела, которые в церкви были, что не было проповеди, все это не в пользу нам. И Господь это показал. Самое страшное, что сегодня один к одному копирует, как было до революции. Храмы, монастыри, крестные ходы, чудотворные иконы. Ничего не изменилось. Поэтому нас ожидает потрясение более страшное. И окончательное сокрушение русского народа. И туда его завели попы. Вот отроки в пищи поняли, у нас стыд и срам на лицах наших. Исайя 64:6. Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Плач Иеремии 3:22. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Я иду по всем местам, с теми людьми, слушаю их послания, и ни в одном не нахожу одобрения того, что делалось в России. Лука 16:15. Он сказал им: вы выказываете себя праведником перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Я скажу, а что высоко у православных? Особенно ценится, конечно, монашество. Так не относится ли это к нам, что высоко у людей? Что ценилось больше всего? Покорность власти. Покорность не должна переходить через границы Писания. Если вопреки Писанию, никакой власти нам нет благословения подчиняться, а только обличать эту власть. Лука 18, 9-12. Скажи также некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, сказал он, и уничижали друг друга, там мытари фарисеи. И Неемия 9.33. Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны. Это они в плену, это вавилонский плен, это другое время, но однако они нашли, что мы виновны. Римлянам 1.17. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведный верой будет жить. Филиппийцам 3.9. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Да этих слов никто в России никогда не знал. С праведностью по вере. Вы не думайте, что люди случайно пошли всех в штунду. Я себя прикидываю, вот я бы был в Германии, вернулся из плена, да православную церковь ноги не положил. Если бы не знал о рукоположении, удерживает только рукоположение. Люди стали исследовать, их стали гнать, преследовать царский режим. И никогда, это уже 14-й год, война идет, до революции 3 года. Все силы синод бросил на то, чтобы Евангелие нигде не звучало. Это наша, так называемая православная Святая Русь. Римлянам 3:22. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо у Бога нет различия. И апостол Павел, говоря о том, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, она касается и нас. Если мы решили спасти души свои, надо все время сравнивать со Словом Божиим. Ревность имеет точно по Слову Божию. При встрече друг с другом, припомните, когда последний раз вот вы, стоящие здесь, задавали друг другу вопрос. Вот я делаю так. А правильно ли нет? А ты как делаешь? Поделиться друг с другом. А во сколько ты встаешь? А в какое время ты считаешь? А как ты думаешь, что Бог тебя слышит или нет? Ни одного вопроса никто не задает. Или достигли запредельной святости, или вообще ничего не думаете. Люди понимают так, пойду, попу все, сдам грехи, начнется новая жизнь. Ничего нового нет. Идет один обман. Сегодня прямо решает на синоде, дескать, открыли воскресные школы, везде дети ходят, с охотой дети ходят. Проходит год-два, никого ребятишек нигде нету. Это нас говорят на синоде. Это говорят архиереи, пишут в газетах. А причина в чем? Да потому что не на Слове Божьем, на одной обрядности, на одних корешках пытались устроиться. Дети не знают Священного Писания. Нужно, чтобы ребенок сам полюбил Господа, чтобы он вкусил сладость молитвы.
Они друг друга толкают, бьют, они своей силой пытаются утвердиться здесь на земле. На Христа не надеются. Я ни одного не могу показать. Один ребенок был, один, он уехал. С тем можно было говорить о божественном. Когда набирал лагерь, спрашивал, дети верующие? Да, все верующие, все верующие. Приехали, ни одного не могу найти верующего. Немножко, чуть-чуть начинает, только проблески какие-то. А ведь нас, если так перетрясти, да взять в лагерь-то тоже, да не в такой лагерь-то, что из нас будет? За кусок хлеба крест себя снимем. Если нас Господь призвал, покажем ревность не завтра, а сегодня. Во всем, с чем мы соприкасаемся с жизнью, о ком молимся, как часто вспоминаем, кто нас просит часто молиться, кто находит утешение в нашей молитве, мы все это должны чувствовать. Мы должны преобразиться в образ Христов сегодня же. Аминь.